конце 2023 года на базе отдыха «Радуга» введен в эксплуатацию Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем. Объект вошел в народную программу «Карта развития Югры». Ход строительства находился на контроле команды Югры. Объект такого уровня построен в короткие сроки, меньше 12 месяцев. Это база для любителей лыжных гонок и подготовки спортсменов на профессиональном уровне. Построен центр по современным стандартам. На его территории оборудованы лыжероллерная трасса протяженностью более 2 километров. Стрельбище на 16 мишеней, переходный мостик, ограждение с антирикошетным покрытием. Стадион с трибуны почти на 250 мест, в том числе и для людей с ограничениями. По предложениям горожан в 21-м квартале возводится детский сад на 320 мест. Ввод этого объекта повысит доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Объект возводят из экологически безопасных материалов. Кровля почти завершена. Закрыт тепловой контур здания. В настоящее время идет утепление фасада, отделка внутренних помещений, монтаж и отладка систем вентиляции, водоснабжения. Новый центр образования обещают ввести в строй в 1-м квартале текущего года. У подрядчика все ресурсы на это есть, да, там все финансовые вопросы решены. То есть, в принципе, мобилизация, то есть работать и работать. Ну, самое главное, еще раз говорю, тепло подано. Можно организовать там работу практически 24/7 для того, чтобы это сделать. За сроками выполнения работ в постоянном режиме следят представители команды Югры, а также специалисты профильного департамента администрации города. Детский сад состоит из 3 этажей. В проекте предусмотрены групповые комнаты, изо-студия, компьютерный класс, музыкальные кабинеты с костюмерной. На территории нового центра образования разместятся 16 детских площадок. Словом, здесь будет все, что необходимо малышам для всестороннего развития. Самое главное, то, что задача, которая подрядчикам ставилась, в первую очередь, это успеть с благоустройством земельного участка, то есть это сделать проезды, покрытие детских игровых площадок, да, ну, чтобы, получается, успеть до снега. Он с этим справился, то есть у нас есть тротуары там из плитки, проезды из асфальта. На детских игровых площадках там он успел вложить резиновое покрытие. То есть сейчас идет монтаж у него теневых навесов, установка малых архитектурных форм. То есть те работы, которые не зависят от погоды. До 2025 года в Нижневартовске будет реализовано 4 социально значимых проекта. Народная программа «Карта развития Югры» сформирована по запросам жителей. В планах у вартовчан провести благоустройство территории Комсомольского озера, построить еще один билдинг-сад. Ввести в строй новый спортивный комплекс для тренировок по мини-футболу, баскетболу, волейболу и теннису, а также строительство приюта для бездомных собак. Сейчас на карте обозначено 18 проектов в столице Самотлора, реализуемых в перспективе. Но важнее цифр – результат, который вартовчане уже видят на улицах города. Большая работа команды Югры направлена на поэтапное и планомерное повышение качества жизни. Эльмира Казанина, Роберт Шерифьянов, телеканал Самотлор.